Вслед за юниорским первенством страны по летнему биатлону в Саранск приехали лучшие молодые стреляющие лыжники в возрасте до 16 лет. Всего на старт вышло около 200 юношей и девушек со всех уголков страны. В общей сложности участники разыграли медали в трех дисциплинах. В спринте и индивидуальной гонке участники проходили дистанцию на лыжероллерах, а эстафета прошла в формате кросса. В командной гонке у юношей лучшими были представители Москвы, а у девушек лучше всех сработало трио из объединенной команды Алтайского края и Новосибирской области. После первого этапа, который бежала Алиса Жамина, команда шла десятой. Но затем Евгении Пастуховой и Анастасии Величкиной удалось вытащить сборную на первое место. Главным залогом успеха стала стрельба. В отличие от соперников, это трио заработало только один штрафной круг. На последней стрельбе я увидела, что она взяла еще один дополнительный патрон, и я уже закрыла. И мне ничего не осталось сделать, как только бежать, потому что первое место нам было нужно нашей команде. Ну, вообще было тяжело, но как-то справилась. Все хорошо было. Девушки из Мордовии в эстафете стали седьмыми. Лучшим результатом для воспитанников Республиканской школы Олимпийского резерва по зимним видам спорта в личных стартах стали седьмое и восьмое места Никиты Агишева и Софьи Сахаровой в спринтах. Юрий Осипов, Александр Данилов. Наши новости.